сегодня вам хочу представить Настю. Да? Настя – один из быстрорастущих лидеров 2017 года. И, Настя, расскажи в двух словах вообще о себе. Ты в этом году получила 3 шикарных премии, да? 1000, 1500, 2000 долларов, кроме, конечно, премии, это куча еще преимуществ, поездки за границу. Как ты считаешь, да, тебе помогу, благодаря чему вообще такой стремительный рост, да, и ну, что вообще важно для такого роста? Поделись, как ты считаешь? Ребята, привет! Меня зовут Анастасия Лобовикова. Я пришла в проект 2 года назад. Привела меня сюда Елена Рублева, я пришла на личный бренд. Продукт я полюбила благодаря Елене. Вкусно продала коктейль Wellness. Нашла свою потребность, но, вы знаете, фактором роста для меня стали путешествия. Именно вот эта мотивация, которая разбудила жгучее желание, которая стала катализатором роста, это моя мечта. Вообще в жизни я медицинский работник, я мама в декрете, у меня нет никаких особых данных. Я никогда не была, ну, знаете, лидером в жизни. Вообще я считала, что сетевой — это для каких-то особенных, успешных людей. Вот реально я так думала, что эти люди, они, знаете, заранее рождаются, и на них стоит клеймо. Но когда я начала развиваться, то я поняла, что это бизнес для вообще, для простых людей. И фактором моего роста это стала, во-первых, мечта, потому что я и жила. Во-вторых, я все слушала и слышала спонсоров. Вот ответ на вопрос, в чем ваш результат успеха, это слышать. Не просто слушать, но слышать. Человек рождается, у каждого один рот и 2 уха. Так вот, мы все по природе должны 2 раза больше слышать. И вот в этом бизнесе я научилась слышать спонсора. И когда мне Лена говорила: работай летом, когда никто не работает, ты будешь пожинать плоды осенью. Знаете, я просто верила. Я рекрутировала летом, когда у меня не было регистрации. Когда надо было гулять с ребенком, я рекрутировала. И когда наступила осень, я пожинала свои плоды. И вот эта вот, может быть, наивность, когда вы просто верите и делаете, она дает хорошие плоды. Поэтому всегда результатом успеха является, когда вы слышите и делаете. Делать одну регистрацию в день, всегда рекрутировать, всегда совершенствовать этот навык. Никто не говорит, что будет легко. Но, однако, когда вы берете и делаете, то результат все равно будет. Поэтому мой результат благодаря тому, что я поверила, я пошла, и я делаю всегда. Спасибо большое, Настя. Ну что, друзья, вот хотите премии 4500 долларов в путешествии, да? Обязательно слушайте спонсора, мечтайте, дерзайте, действуйте.